Наши друзья, оккультисты, пригласили нас с первого жизни отпраздновать Рождество Христово. Вы прямо в этот вечер увидели, что муж как-то изменился. Просто нравится, когда люди освобождаются, и Бог делает чудеса прямо у меня на глазах. Он мне разрешает увидеть это. Друзья, вы можете познакомиться с потрясающими людьми, людьми, которые совершают сейчас пробуждение. И у нас в гостях пара Олег и Светлана Мелеховы. Они представители в России международной организации Бекки Фишер «Дети в служении», «Школа сверхъестественного служения детям». И другие грани служения будут открыты через наши программы, через это общение. Я верю, что Бог приготовил потрясающие инструменты. Инструменты для своего царства, инструменты для церкви. А сейчас в рамках программы «Три сложных вопроса» вы можете познакомиться с теми людьми, которые осуществляют это служение, такие же, как вы и я. Рада вас приветствовать, Олег, Светлана. И в этой программе мы спрашиваем вас откровенные вопросы о том, как, чтобы вы поделились своим свидетельством. Кем для вас стал Бог? Как произошла ваша встреча, посвящение? Почему вы выбрали жизнь с Ним, чем жизнь без Него? Кто-то делает порой такой шаг и такой выбор. Что вас увлекло в этой встрече? Мы дети пробуждения. Дети пробуждения 90-х годов, и для нас это было настолько естественно. И мы люди, выросшие в атеистических семьях, то есть, иными словами, не думали о Боге как реально, кто-то, кем-то реальным. И так получилось, что рождение нашего ребенка подтолкнуло нас к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни привел нас к оккультным практикам, а оккультные практики не сами по себе, но Бог помимо них, Он привел нас к себе. Так получилось, что наши друзья, оккультисты, пригласили нас с первого жизни отпраздновать Рождество Христово. И мы собрались вместе с ними, оккультисты, бывшие атеисты, собрались отпраздновать Рождество Христово, принесли виниловую пластинку с Бахом, которую играл атеистический оркестр. Но Иоганн Себастьян Бах на каждом своей партитуре, на каждой своей партитуре писал «Во славу Бога». И Бог почтил Иоганна Себастьяна Баха. Это собрание. И он почтил, и он пришел, и мы реально отдали свою жизнь Иисусу, даже не зная, кто он такой. На собрание оккультистов, как вы могли уверовать в того, кто не был вам проповедан словами, а чисто музыкой, через музыку? Музыкой, Иоганн Себастьян Бах. То есть вас захватило именно послание музыки, вы поняли, что это поклонение кому-то величественное. Он сам пришел, я ощутил себя полностью в цепях греха, неспособный дышать. Он встал передо мной, и было, я даже не знал, как его зовут. То есть это было как видение почти? Это трудно назвать видение, как переживание. Я просто посмотрел в его сторону, и цепи упали. И я стал другой человек. Мои старые друзья тут же от меня отвернулись. Те же самые, которые привели меня на это собрание. Потому что Бог просто сделал что-то уникальное. Он изменил прямо моментально, сердце. В течение моментально, этого вечера, вы увидели, что вы просто белое и черное. Все, стена стала между нами. Это невозможно понять. Сколько вам было лет? 21. Да. 21? Да, или 21-22, ну что-то в этом роде. А вы что пережили, Светлана? В тот момент я была с ребенком маленьким, и поэтому я ничего такого не пережила, что Олег рассказывает, но я видела, что с ним что-то происходит. Он просто сиял, он просто не мог выразить словами, что внутри у него происходит. Это вы тоже были там же на встрече, да, на этой вечеринке? На вечеринке, на этой, это было в Ротонде. Такая ротонда у нас, парк культуры Горького. И да, и потом мы пошли в прорубь, окунулись после этого. По нашей привычке. По традиции, с малышом. Вот, но после этого, да, Бог вел нас. То есть вы прямо в этот вечер увидели, что муж как-то изменился? Муж изменился абсолютно, да. Я не смогла пережить того же самого, но я видела, что что-то происходит. Мы буквально в неделю разницы вышли на покаяние в Немчиновскую баптистскую церковь, и прямо посередине собрания Господь сошел, и через неделю Светлана покаялась, и мы просто были запечатаны в Его царство.
А как вы нашли эту церковь? Как бы из собрания оккультистов, да, из таких друзей и приятелей? Это было очень интересно. Там у них по их традиции, по понедельникам они все ходили в баню. Ну, одеты, естественно, в купальнике. Да, в купальниках с детьми. Ну, там мужчины и женщины все вместе. Да. И один человек мимо нас проходил и обращается к Олегу. Говорит: извините, это не вам, я Новый Завет обещал. А Олег говорит: нет, не мне. А он: извините. Он говорит: подождите, можно мне тоже? И он попросил Новый Завет, и таким образом мы стали общаться с этим человеком. Он пригласил нас, говорит: давайте я вам покажу верующих. Пригласил нас в Немчиновку, к баптистам. И нам так понравилось там, это совершенно другой мир для нас, столько любви, столько тепла. У нас дочка наша, она никому посторонним на руки не шла. Тут она вдруг пошла на руки к тем людям, которые там были. Вот. И мы так проходили, но месяца два к ним, и там мы покаялись. Вот. Ну и потом он же пригласил нас в ту церковь. Ну, то есть это была еще не церковь, это домашняя группа у наших пасторов. Там, да. Павла и Марина Савельева. И мы остались там. Так, а пригласил вас Павел тоже? Тот этот человек был Павел? Да, его тоже звали Павел. Также звали Павел, да. Павел Гелистанов. Да, очень хороший Божий человек. То есть рука Божья прям с самого начала была над вами. Вы ощутили эту разницу, этот мир. Вот что вы пережили, когда отдали свои сердца ему, когда вы узнали его? Ну, особенно я пережила именно, когда получила крещение Святым Духом. Это просто, я просто наполнена была радостью, миром, счастьем. До этого я думала, что мне надо выйти на покаяние, чтобы произнести молитву покаяния. И я думаю, я ее прорепетирую, как я выйду, что я скажу, так, я должна это сказать. И когда я это сказала, это было дома, Господь принял эту молитву, и я там, я получила рождение свыше. Во время репетиции. Да, во время репетиции. Бог зачел это, как хороший. Генеральная репетиция сработала. Да, и потом целый месяц просто любви с Богом, просто любви, она не прекращалась, она изливалась на меня. Вы знаете, что интересно с этим Новым Заветом? Я до этого читал Евангелие от Иоанна, и оно как-то не коснулось меня. Угу. А вот тогда я начал читать Евангелие от Матфея, и однажды, когда я был в комнате, просто Дух Святой остановил мои слова на словах «Отче наш» молитвы. Я слышал ее с детства: «Отче наш, сущий на небесах». Угу. Знать, как «Отче наш», чтобы как «Отче наш» отскакивал от зубов. Да. Я читал «Отче наш, сущий на небесах». И Дух Святой закрепил мои слова на этом. И я понял, что там мой Отец. Я просто понял, что откровение он, пришло. Да, он просто мне сказал, что он мой отец. И никого не было в комнате, я просто склонил колени, потому что я знал, он мой отец. Так интересно, что просто вот Бог-отец сам принял меня. Это было так приятно. Я сразу же окунулся в Божью любовь, отцовскую любовь. То вы получили то, чего не переживали до этого. Не в своей семье, я не имею в виду с родителями, да, и даже... Вот находясь вместе с человеком в семье, да, то есть ты... Мы всегда ощущали одиночество. Всякий человек ощущает это вот одиночество внутри себя. Как будто вот он не может быть самим собой с другими, он не может быть настоящим. Но когда ты встречаешься с Богом, он что-то делает в тебе такое, что разрешает тебе быть самим собой и в то же время быть хорошим самим собой. Вау, спасибо. Это так чудесно, так интересно, как Господь действительно вас позвал, и вы так легко и быстро откликнулись. Я думаю, что это самая лучшая часть Благой Вести, что Он не ставит каких-то особых условий, что Он не заставляет нас как-то специально, прям не дрессирует нас, чтобы мы как-то по-особенному, с особенной интонацией, Он видит наше сердце. И ваше как раз свидетельство, ваша история, она наполняет, я думаю, любого, кто ее слышит, вот этим вдохновением, что жить с ним, это здорово. И вот вы рассказывали о том, что вы уже были семьей, и наш второй вопрос, вот мне бы хотелось вас спросить, поделиться, как вот вы приняли решение, что вы те самые друг для друга, что для Светы Олег супруг, Олег, что Света, она та единственная на всю жизнь, думал ли ты об этом, и сейчас, уже имея взрослого ребенка, дочь, что вы можете сказать молодым парам? Вы же, наверное, наставляете семьи и молодых людей, которые планируют вступить в брак. Такой вот обширный вопрос. Мы познакомились, когда мне было 16,
И поженились, когда было 18. И я просто... То, что переживала, я переживала любовь. Просто любовь. И я не могла без него жить. Я не представляла, как я могу жить без него. И, в принципе, для меня это было решенным вопросом. Я никак не могла существовать без Олега. Я даже не взвешивала, правильный это человек, неправильный, что там, все ли хорошо, если я буду жить. У меня не было таких вопросов. Я знала, что я люблю, поэтому я буду с ним. То есть Олег абсолютно соответствовал, наверное, твоим ожиданиям, да, и как-то восполнил тоже твое понимание любви, каким должен быть твой герой, твой молодой человек. Ну, может быть, он не соответствовал моим ожиданиям, может, я ожидала, что у меня будет кто-то другой, какой-то других форм и размеров, не знаю. Повыше, по-блондинистее, голубые глаза, волевой подбородок, мышцы. Мне это было без разницы. Мне не то есть, чем больше ты его узнавала, вот вы с ним познакомились, и ты отбросила вот эти внешние пожелания? Все внешние пожелания я отбросила. У меня были пожелания. Угу. Когда я был ребенком, я знал, что у меня будет жена, в которой будет польская кровь. Вау. Я знал, что у нее будут красивые бедра. Ух ты. Я примерно знал, какой у нее будет фигура, должна быть. С какого возраста у ребенка были такие четкие ожидания? 14 лет, я уже знал, какая у меня будет жена. Интересно. И я знал, что она будет москвичка. Но потом уже, когда учился в институте, двоякая мысль, потому что я знал, что она будет москвичка, но у меня немножко так немножко говорит, ну это же немножко подлинно, жениться на девушке из Москвы, чтобы остаться в городе, в котором ты учишься. Не тот мотив какой-то. Да, я сам из Северного Казахстана, просто из Костанайской области. И, ну, как бы неправильный мотив, я понимал эту двусмысленность, но на самом деле вот сейчас, я оглядываясь назад, я думаю, что мы были предназначены друг другу для друга. Потому что это была девушка-тайна в нашей группе, я не мог ее разгадать. И то, что я не мог ее разгадать, это человек, который любит разгадывать всякие загадки. Да? В институте, да. Человек, который не любит разгадывать загадки, не смог расколоть этот орешек, так сказать, эту загадку. Для меня это было, конечно, очень притягивающе. То есть было непонятно, как бы, что она собой представляет, да? То есть ты видел, что она особенная нет, в чем загадка была? Знаете, как когда ты понимаешь, что человек гораздо глубже, то есть есть что-то, целый мир внутри этого человека, и тебе хочется в этом мире тоже быть частью. Я бы сказал бы так. То есть вы встретились, когда вы учились в институте, в одной группе оказались, да? Да, да. Там же женились, и у нас появился ребенок. Кстати, пришлось оставить институт, потому что невозможно было совмещать материнство и учебу в институте. Ну, а дальше мы встретились с Богом. Наша жизнь изменилась. 90-е годы, все кувырком. Никакого понимания, что будет завтра. Свобода на улице, братки в малиновых пиджаках с двумя мобильниками на Арбате. Но мы все помним эти прекрасные времена. Мы их выжили, мы их прошли. Вот. Ну, в общем, интересно. Интересно. Спасибо. Что вы можете пожелать вот молодым людям, если вы желаете? Как вы наставляете свою дочь? На что ей нужно смотреть, когда она выбрала пару? Ну, я бы посоветовала бы слушать сердце, что сердце говорит. И не идти за разумом, за пониманием, слушать Господа, Духа Святого, что Господь тебе говорит. Это тот человек, это правильный человек. И Бог будет говорить в сердце человека. И тогда будет, я считаю, будет правильный выбор. И, может быть, менее совсем простой будет ответ. На самом деле, очень часто мы выбираем себе супругу или супруга из-за своей неисцеленности, ожидая, что наша половинка восполнит то, в чем наша даже не нужда, а чтобы закрыть нашу рану нашего сердца. Лучше, если мы будем в другом составе, в другом статусе исцеленности, чтобы жена или муж закрывали наши потребности. Потому что Бог создал человека, чтобы он наши потребности закрывал, чтобы он восполнял наши потребности, а не был исцелением для нашей раны. То есть, грубо говоря, если у меня была контролирующая мама, то мне не надо искать контролирующую жену. Мне лучше простить контролирующую маму, лучше порвать с ней неправильные душевные связи, лучше сказать: мама, мы теперь живем по-другому, ты меня не контролируешь, я просто тебя люблю и уважаю, или как-нибудь еще.
и найти жену, которая тебе по сердцу, не из-за нашей инвалидности, понимаете, а из-за нашей здравости. Потому что, судя по вашему союзу, у вас в целом с ранами было все хорошо в общих чертах. Нет. Вы знаете, это интересно. Может, буквально одну секунду. Вы знаете, из всех фотографий моей супруги мне очень нравилась фотография, где она 6 или 7 лет, заплаканное детское лицо рядом с березкой. И я скажу, почему. Мне нравились очень ее глаза, моей жены. И я влюбился в эти глаза, влюбился в эту душу ребенка, который выразительные такие. Да. И я знал, что это она настоящая моя Света. И вы знаете, уже после того, как Бог провел ее через СОЗ, через исцеление, через прощение, через снятие каких-то родовых наложений, там, когда удалось простить все это, оставить, через несколько лет процесса исцеления я поймал себя на мысли, что я вижу ту девочку, которую я видел на фотографии. То есть на самом деле это так здорово, что Бог сотворил нас уникальными. Враг, он постарался нас изуродовать. Но вот увидеть то первоначальное, кого Бог сотворил в этом прекрасном теле, какую прекрасную душу, влюбиться в эту душу, чтобы потом в результате всех освобождений и исцелений получить то, что ты любишь. Я так понимаю, что это послание как раз о том, что когда мы влюбляемся, мы видим как раз вот ту созданную Богом душу, да, но вот наши проблемы, которые мы получаем в детстве, вот эти отпечатки от обид, от каких-то сложностей, они искажают этот образ. Абсолютно. И именно жизнь с Богом и то, что... Возвращает. Да, то, что Бог открывает как бы возможность вот проработать скрытое во мраке, скрытое порой от самого человека даже, оно обновляет душу, обновляет и взаимоотношения в том числе. И знаете, да? Единственный совет, который я могу дать, это верьте, что никогда не поздно. Угу. То есть поздно — никогда это не ложь. Ставьте крест. Да, то есть не поздно, не поздно начать все сначала. Даже если отношения полностью разрушены ваши, не поздно. Вы дышите, вы живые, дерзайте. Спасибо. А вот интересно, мы перейдем к нашему третьему вопросу. Вопрос... о вашем призвании. Как понять, как вы поняли, что такое ваше призвание, в чем оно заключается, какой был ваш внутренний вызов, как бы посыл, чтобы служить, каким образом, и есть ли у вас пожелания для других людей, что им нужно сделать, чтобы войти в полную реализацию, потому что призвание – это больше, чем просто работа или даже какое-то служение. Вот как вы это понимаете, что есть призвание? Призвание – это то, что заложено, ради чего тебя Бог создал. То есть Бог задумал тебя изначально, и Он заложил в тебя нечто, что Он будет воплощать через тебя, через свою драгоценность. Он это заложил, и только Он знает, для чего Он тебя создал. И наша задача – узнать, кто мы, для чего мы предназначены. И это очень важно, когда родители детям говорят об этом в детском возрасте. У тебя вот это хорошо получается, ты в этом талантлив, мне нравится, как ты вот это делаешь. И таким образом родители помогают ребенку возрасти в призвании и найти то дело, ради которого он создал нас. Что касается нас, ну, призвание я не воспринимаю это как деятельность, я воспринимаю это даже гораздо больше, потому что мне нравятся многие вещи делать, и я чувствую себя способной на многие вещи, но что сказать, что является сейчас призванием для меня, я вижу служение внутреннего исцеления как очень важную часть моего призвания. Я вижу, как мне нравится. Мне просто нравится, когда люди освобождаются, и Бог делает чудеса прямо у меня на глазах. Он мне разрешает увидеть это. Вот то чудо освобождения, когда люди получают истину от Бога. И я вижу это, и это для меня честь. Для меня честь просто видеть, как Бог поднимает свои драгоценности. Вот мне это нравится. Я держусь это как за призвание свое. Также мне нравится вести людей куда-то. Мне нравится... ходить там, где никто не ходил раньше, быть первопроходцем, наступать туда, где не ступала нога других людей. Я обожаю это. Ух ты! Такой драйв, да? Да, мне нравится. Всегда ты чувствовала такой вот именно позыв, импульс? Фродо. Она всегда Фродо.
Да? Да, а я всегда Сэм. Носитель кольца. Нам Фродо, я Сэм, тут ничего с этим не сделаешь. Да, и всегда идти туда, куда другие бы сказали, не ходи. Ну, некоторый авантюризм. Мне просто, я зажигаюсь от этого, мне нравится это. И поэтому вы сейчас как бы вот в нескольких сферах таких реализуетесь, вы служите детям. И как бы вы являетесь также вот частью организации, которая сверхъестественная, да, школа сверхъестественная для детей, где вы тренируете, да, воспитываете преподавателей, учителей для детей, наставников, которые как бы открывают детям сверхъестественные возможности и способности, которые абсолютно, в нас есть абсолютно. С Богом. Это очень здорово, что у вас такой бэкграунд, когда вы чувствуете, что Бог к вам так легко пришел. Когда с ним жизнь, она легче, чем без него, и он действительно так чудесно помогает. Вы знаете, для меня очень хорошим откровением были слова Джона Пола Джексона о том, что все в нас. Угу. Пол, лицо, наш рост, все Бог сотворил для одной цели, чтобы мы с вами исполнили наше призвание. То есть, на самом деле, я помню, как шутил Никулин, что ему сказали, что ты примеряешь накладной нос? У тебя такой шнобище, что тебе никакой другой нос просто не нужен. Просто намажь его красной краской, ты клоун. И вы знаете, так интересно, что Бог, я хочу сказать каждому, кто хочет найти призвание, цените то, каким Бог вас сделал. Если вы маленького роста, цените это. Если вы высокий или высокая, цените это. Если у вас что-то получается в искусстве, цените. Если вы математик, цените это. Потому что это часть вашего призвания. И если вы будете ценить и развивать то, что вам Бог дал верным и малым, Бог даст больше. И вы увидите, как осуществится самая смелая ваша мечта. Это вот честно вам скажу. Каждый, кто хочет войти в призвание, он просто очень должен серьезно отнестись к тому, что у него уже есть. Помните, как в этой притче о талантах? Бог уже дал. Каждому из нас уже даны таланты, и нужно просто эти таланты пустить в оборот. Из тех сфер, которыми вы занимаетесь, есть ли у вас любимая часть вот, приложения ваших сил, реализации, служений? Делать конференции, Веки. Да? Нет, знаете что? Я скажу, что когда ты часть Божьего, какого-то огромного Божьего плана, я думаю, вы это очень часто переживали, потому что вы встречаетесь с такими людьми, вы понимаете, что это не вы, это Бог устроил эти встречи. Да. И когда ты понимаешь, что в общей картине ты не самая последняя, может быть, не самая яркая, но важная часть, и ты часть его плана, это включает, это так поднимает, что ты понимаешь, что Бог, Он знал о вас с самого начала, Он рассчитывал, Он верил, Он знал, что у него получится, Он знал, что вы не откажетесь, и вы дойдете. Супер. Спасибо. Мне кажется, это замечательный такой посыл для того, чтобы ревновать, искать и реализовываться вот в этом призвании, зная, что ты для него задуман, ты для него сотворен, самым лучшим образом соответствуешь этому призванию, и оно желанно для вашего сердца, что это не какой-то груз, это не какая-то работа, а это именно радость, крылья. Созидание. Это ваши крылья. Спасибо вам большое, дорогие. Это так радостно с вами общаться, и мне кажется, это общение может перейти вообще в бесконечное просто служение и поклонение. Я хочу вам сказать, что я вижу в этой чудесной паре одних из тех, кого Бог поднимает в эти годы, в эти времена, для того, чтобы наша страна, близкие, были трансформированы в чудесный Божий образ, пережили эту чудесную любовь. Спасибо вам большое, поэтому обратите внимание на служение Бекки Фишер, на служение Олега и Светланы Мелеховых, на служение детям в сверхъестественном, служение дети в служении. Будьте благословенны. Это была программа «Три сложных вопроса».